Это толкнуло меня, образно говоря, на активность именно физическую. Я стала проходить каждый день по 10 тысяч шагов. Я начала как бы смотреть вовнутрь себя, задавать себе внутренние вопросы. Потому что есть такое внутреннее ощущение, что любая ситуация, трудная, жизненная, она всегда нам дается для чего-то. Это, как сказать, определенный ресурс для твоего развития. Люди, получая диагноз рак, они теряются, и они думают, что жизнь закончилась. Они просто не представляют, как жить с этим диагнозом. И как раз вот этот проект показывает о том, что можно жить с новой силой, с новыми ценностями, с новыми приоритетами и жить даже еще красочнее, чем раньше.